Протягом останніх днів у соціальних мережах і в інтернеті з'явилося досить багато критичних висловлювань або всіляких інсинуацій навколо 112 го каналу. З'явилися навіть чутки обговорення про те, що мовляв, ми розвалюємося, і наш колектив, і сам канал власне всім недоброзичливцям ми можемо відповісти тільки одне. Ура! Канал 112 Знай больше. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Я Андрей Почипков. Именно я являюсь владельцем телевизионного канала 112 Украина. Чуть больше месяца назад в эфире страны стартовал мой телеканал. Мы первыми в прямых эфирах стали освещать события на Евромайдане. Мы в прямом эфире показали штурм КМДА, Дома профсоюзов, разгон Беркута, митингующих в администрации президента. Журналисты моего канала получали слезоточивый газ в лицо, когда Беркут пытался ворваться в киевскую городскую администрацию. Нескольким операторам также пришлось вынести на себе удары дубинок во время разгона митинга. И все это было в прямом эфире. Долгое время мы вещали круглосуточно, и только у нас в эфирах Руслана Лжичка пела на рассвете, а Виталий Кличко ночью высказывал свои политические требования, требуя отставки от правительства. И в то же самое время мой канал в прямом эфире транслировал круглый стол власти выступление Азарова, митинг партии регионов на Европейской площади. Именно в этом, в подаче информации о действиях власти и о действиях оппозиции, мы, как свободный телеканал с европейским подходом объективной журналистики, видим свою задачу. Задачу давать нашему телезрителю разностороннюю и объективную информацию. У нас на канале журналисты сами принимают решение о том, что показывать в эфире. Я абсолютно не вмешиваюсь в их работу. Не даю указаний, не заставляю что-то делать. И в то же время не позволю кому-либо указывать, что им нужно делать. На моем канале отсутствует цензура. Только цензура на ложь. Поэтому, когда наш журналист в прямом эфире показал, как на Евромайдане избивают человека, и попробовал выяснить подробности, получил силовой отпор от охраны Евромайдана. Мы показали это. С тех пор интернет заполнился призывами «Не смотрите канал 112, не включайте его». Согласитесь, это очень похоже на спланированную акцию, направленную на дискредитацию канала. Я смотрю на это с улыбкой. Я понимаю, кто и для чего это делает. Я хочу обратиться к этим людям. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо за ваше внимание к нам. Этим вы делаете нас только сильнее. Мы пытаемся строить демократическое общество. А в демократическом обществе телекомпании существуют без цензуры. И как владелец телеканала я не позволю никому манипулировать нами. Сначала в интернете наши недоброжелатели разворачивали грязную кампанию, что мой канал принадлежит Арбузову. Теперь говорят, мой канал принадлежит Захарченко. Мой канал принадлежит мне. Наш эфир всегда открыт для всех политических сил. Скажите мне, представители оппозиции, представители власти, когда-нибудь кто-нибудь говорил вам, что мы не хотим видеть вас в эфире? Нет, такого не было и не будет. Мы вещаем в прямом эфире с 8 утра до 10 вечера. И в любой момент вы можете прийти в наш эфир и сказать все, что думаете, все, что хотите. Не это ли называться открытым свободным телевидением с европейской формой журналистских стандартов? А всем клеветникам и провокаторам хочу сказать. Если есть смелость, то приходите в наш эфир. И скажите, глядя мне в глаза, что мой канал мне не принадлежит. Канал 112 Украина – телеканал с объективной подачей информации. И мы показываем все новости. Вне зависимости от того, кому неудобно, а кому нет, мы работаем для нашего телезрителя, которому благодарны за ту поддержку, которую получаем ежедневно. Спасибо вам. Всегда с вами, канал 112, я Андрей Почипков.